патриотические силы отправила куда подальше, на окраину города. Поэтому 1 мая будут праздновать разные извращенцы в центре города. И их подмешают еще... К ним еще подмешают ветеранов, так, чтобы всем мало не показалось. А людей с патриотическими взглядами выбрасывают на периферию. Они думают, что мы им это простим. Напрасно так думают. Мы их пошлем еще дальше. Они нас на периферию Москвы. Мы их пошлем куда-нибудь в Сибирь. Лес валить. Больше они ничего не умеют. Мэрия Москвы – пристанище разных политических и сексуальных меньшинств. Там действует голубое лобби. Там действует лобби Евросоюза, пятой колонны. Эти люди ненавидят нашу страну, поэтому сидят в этом здании, а также в здании на Арбате. Вот конкретные люди, изменники Родины, которые сидят в мэрии Москвы. Мэр города Москвы, который приехал к нам непонятно откуда и для чего, продолжать грабеж, который устроил Лужков. Вот есть у нас Сергей Собянин. С ним все продолжается, как было, так и происходит. Вот есть некий господин Майоров, который принимает решение о том, чтобы русские патриоты отдыхали где-то достаточно далеко. Здравия желаю. Вот, значит, вот господин Майоров, вы, наверное, его знаете. Глава департамента региональной безопасности, который никогда не занимался общественными делами, никогда не взаимодействовал с общественными организациями. Этот человек принимает решение, где и когда проводить общественные шествия, где и когда русским людям выступать в поддержку своих братьев на Украине. Вот его заместитель, господин Олейник, который отклонил, наверное, сотни заявок на центр Москвы, где должны были проходить шествия русских патриотов. А проходит шествие сексуальных меньшинств, политических меньшинств. Проходит шествие пятой колонны, которые никогда не отказывают в том, чтобы они прошли по бульвару, по широким проспектам. Потом нам по телевизору говорят, национал-предатели тут ходят везде. А как же им не ходить, если они постоянно задействованы мэрией Москвы? Вот у нас действует майданутая мэрия. И это, да, эта группировка всерьез готовит здесь, как мы полагаем, государственный переворот. Потому что как иначе объяснить их действия, если 1 мая патриотов загоняют в Люблино, а центр Москвы отдают разным левакам и правакам непонятно кому. Здесь проводится одиночный пикет в соответствии с законом. Вот я один провожу этот одиночный пикет. Мы приглашаем всех, кто 1 мая будет свободен в Люблино, на улице Перерва, где пройдет шествие русских патриотов в поддержку юго-востока Украины, наших братьев, которые борются там за свободу от олигархии. А здесь мы должны их поддержать тоже, выступая против олигархического правления, против изменников, которые сидят в мэрии или в правительстве. Мы этих людей не уважаем, не любим и никогда не избирали. Они сами пришли и взяли власть в начале 90-х годов. Разграбили нашу страну, раскололи ее на куски. И вот теперь мы пожинаем плоды их деятельности. Сидит вот какой-нибудь Майоров или Олейник, или Собянин, и принимают решение, где нам ходить, где нам стоять, куда бюджетные деньги девать. Вот эта публика, которая залезла на вершины власти в городе Москве, вот она и занимается антинародной, антинациональной деятельностью. Вот мы видим, человек идет с георгиевской ленточкой, ему, наверное, будет интересно, что Москва управляется людьми, которые майдануты своими мозгами, поэтому патриотов отправляют выступать в Люблино. А здесь будут 1 мая выступать разные меньшинства. Извините, пожалуйста, я могу вас сюда записать? Сейчас вы запишете, да. Наверное, достаточно. Все. Одиночный пикет закончен. Мы его долго не проводим, чтобы не мешать гражданам. Здесь всегда мы мешаем гражданам. Когда мы выходим сюда, обожаю Собянина, приходят сотрудники полиции, спрашивают, метро построил, здесь стоит. Сейчас мы сделал столько всего, что Лужков не сделал за всю свою жизнь. Будут вопросы, поэтому Собянин молодец. Человек не знает, что метро построено в 35-м году. А мы говорим не про метро, которое построено в 35-м году. Вы сейчас мои слова не понимаете. Пикет не требует согласия. Если бы у нас было двое, то да, можно было. Андрей Николаевич,
Да. Спасибо, спасибо, всего доброго.